Я искренне рад вас видеть снова в том самом ближнем, узком кругу друзей, которые неравнодушны к тому, что делает наш Совет ветеранов, который сегодняшнюю встречу гордо назвал «Честь имей». Ну, это, видимо, потому, что несколько дат удачно сошлись вот в этом году, в 2019-м, исполняется 215 лет, когда был написан и опубликован первый кодекс чести русского офицера. Не будем говорить, кому он принадлежит. По этому поводу пусть заботятся историки, но тем не менее были сформулированы целый ряд постулатов, которые определяли поведение офицера вообще присутствие. Толковый словарь Даля по этому поводу дает следующее объяснение. Что такое честь? Это внутреннее нравственное достоинство человека. Доблесть, честность, благородство души и чистая совесть. Короткое, емкое, простое понятие. Так вот, офицеров русской армии, к которой принадлежат все последующие поколения офицерского состава, в том числе я с гордостью к этому отношу и офицеров нынешних здесь служащих, офицеров литовской армии, это все, это не имеет национальной окраски понятия чести и достоинства. Так вот, называя офицеров белой костью, подразумевалось чистая совесть и незапятнанная честь, которая для офицеров была и остается превыше всего. В этом кодексе неоднозначно, совершенно однозначно было написано, что офицер должен оказывать уважение всякому званию, вести себя с одинаковым достоинством со всеми классами общества. Причем в отношении людей, стоящих ниже его, по образованию. Но он не должен опускаться до уровня их нравов, а напротив, стараться поднять их до собственной высоты. Вот такой кодекс офицеров, я на всякий случай его для вас распечатал, он существует. Вот здесь как раз то самое главное кредо, которое лежит в основе сегодняшнего мероприятия. Один из главных, на мой взгляд, тезисов. Душа Богу, сердце женщине, долг Отечеству, честь никому. Поэтому честь имеем представить вам сегодняшних гостей нашего мероприятия. И я, с вашего разрешения, представлю слово секретарю Союза русских художников и литераторов Литвы РАРОК Валерию Серегину, выпускнику нашего училища образца 1976 года. Прошу, Валерий. Добрый день, дорогие единомышленники. Я думаю, что я не ошибся и не оскорбил вас, назвав этим словом. Потому что мы делаем, я думаю, общее дело, делаем для всех, живем для всех. И дай Бог, этот наш труд будет продолжаться. Как сказал Вячеслав Иванович, я представляю Союз русских художников и литераторов Литвы РАРОК. Это общественная организация, которая на добровольной основе включает в свои ряды литераторов, писателей, живописцев и, опять же, неравнодушных людей. У нас двери открыты. Пожалуйста, любого, кто посчитает нужным, возможным, приходите. И наш председатель Валерий Иванов вам пожмет руку и скажет: «Здравствуй, товарищ!» Ну а пока я представлю, опять же, людей искусства, которые своими творениями вас тут порадуют. И начну с такой небольшой байки, что то, что человек делает
руками – это работник. То, что человек делает руками и головой – это мастер. А то, что человек делает руками, головой, сердцем – это художник. И вот сегодня для вас тут выставлены работы двух художников с большой буквы. Особых художников. Не так, как все привыкли считать, что если холст, масло, кисть, то уже и художник. Ну вот представьте, художник, когда молот, металл, и это не просто изделие из металла, это высокохудожественное произведение, включая освященные иконы. Потому что Юрий Вытягуров, к тому же, еще и иконописец. И тут же рядом работы нежной, хрупкой женщины Татьяны Мазаевой. Работы сложнейшие и неповторимые в своем стиле, выполнены в технике Ашибана. Здесь нет ни грамма краски, здесь есть мастерство, усердие, труд. И я думаю, после того, как будут представлены нашими прекрасными авторами их книги, и Юрий, и Татьяна скажут вам, как они докатились до такой жизни, и ответят на все ваши вопросы. А на этом, извините, я вынужден откланяться. До свидания. Спасибо. Хочу вам представить перо нашего выступающего, Александра Волоскова, член Российского союза писателей, автор 4 книг, объединенных общим названием «Мозаика прозы», автор 170 прозаических произведений. На портале «Проза.ру» у него 44 тысячи читателей, около 2000 отзывов, практически все положительные. Некоторые, как утверждает автор, даже восторженные. Разделяю это мнение. Член Международной ассоциации писателей и публицистов. За вклад в развитие русской культуры и литературы награжден медалью Владимир Маяковский, 125 лет. Является номинантом престижной литературной премии «Наследие 2019», учрежденной Российским императорским домом. Представлен к звезде наследия 3-й степени за вклад в сохранение традиций русской литературы и ценностей всероссийской цивилизации. Встречайте, Александр Волосков. Тут Вячеслав Иванович меня так описал, что меня можно в рамочку и в красный угол ставить. Но это я понимаю как просто на будущее. Буду соответствовать. Там стремиться есть. А я сейчас хочу вам предложить для вашего внимания одно произведение, которое будет, наверное, многим понятно, а некоторым даже близко. Про военного пенсионера, его старческое одиночество, его попытку приблизиться к Богу, его философию войны. Называется произведение «Старый солдат» и повествует о Куркове Константине Ивановиче, подполковнике в отставке. Сейчас, извиняюсь, главное, забыл очки. В большой скудно обставленной комнате на истертом старом кресле сидел пожилой мужчина. Интерьер помещения по порядку и чистоте напоминал казарму сержантской учебки времен Жукова. Ничего лишнего и все под линеечку. Глубокие морщины и старческие пигментные пятна на коже выдавали его возраст. Долгие прожитые годы подтверждались расплывшейся фигурой, сутулившейся спиной и тусклым взглядом. Преображался он, только покидая квартиру. Тогда из подъезда выходил хоть и стареющий, но молодцеватый, идеально выбритый мужчина в безупречном облачении и с горделивой военной выправкой. Никому он не мог показать свое ныне, свое старческое одиночество, свое горе. Он же солдат. Поэтому подъездно-лавочные старушки обычно говорили ему во след. Вон наш гвардеец идет. А горе у него было большое. В
Дагестане в 1999 году его сын Юрий, выполняя свой командирский и офицерский долг, погиб. Да и отца он потерял в Венгрии в 1956 году. Каждое утро Иваныч просыпался блаженным умиротворенным, но проходило несколько мгновений и наваливалось всей тяжестью горечь невосполнимой утраты. Ее не могли заглушить никакие занятия, никакие отвлечения. Горе сидело глубоко внутри и пыталось разорвать душу. С этим он жил. Братьев и сестер у него не было, а с женой они стали чужими еще задолго до рокового события. Та обзывала его солдафоном и роботом за требовательность и непримиримость к недостаткам в любой сфере, начиная от распорядка дня и заканчивая небрежно брошенной на диван книгой. Особенно жестко Иваныч относился к недержанию данного слова. Мучимый одиночеством, пару лет назад Константин надумал обратиться к Богу, хотя всю сознательную жизнь был атеистом. Для начала решил посетить православную церковь святого Александра Невского и по возможности пообщаться со священником. Будучи уже в Божьем храме, Иваныч прислушался к собственным ощущениям, не шевельнулось ничего в душе, но там, как всегда, оставалось только горечь непосильной утраты единственного сына. Пристроился в сторонке, понаблюдал. Полумрак, кое-где под образами святых молились старушки. Пахло ладаном и елеем. В глубине пестрела иконостас, скрывающий алтарь. Рядом проходил к притвору молодой бородатый человек лет 30, обращенный в рясу, поверх которой на массивной позолоченной цепи красовался восьмиконечный крест. Курков решил тихонько к нему обратиться. «Любезный, не подскажете, кто меня может здесь просветить?» Владелец рясы остановился, сделал строгое лицо и изрек: «Обращайтесь ко мне, отец Василий, или батюшка». «Слышь, Васек», — не сдержался Иваныч, — «у меня был только один отец, и он сгорел вместе с танком Венгрии в 56-м. Ты же мне по возрасту в сыновья годишься, а может даже во внуки. И я не требую обращаться ко мне по воинскому званию, товарищ подполковник». Поп вначале побагровел лицом, тут же побелел, но, глядясь пронзительно колючие глаза оппонента, опустил голову и смиренно предложил следовать за ним. Через минуту они сидели в комнате переоблачения служителей церкви. Узнав имя отчество гостя, разговор начал хозяин. «Уважаемый Константин Иванович, я настоятель этого прихода иерей Василий, Мирука Салапов. Какие вопросы вас интересуют? Что привело в храм Божий? Хочу попытаться познать Бога, если получится. О нем не знаю практически ничего, хотя и прожил 67 лет на белом свете. С чего начать? Познавать Бога, конечно, лучше с рождения. В вашем же возрасте начинать восхождение к нему даже почетно и достойно. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Начинать надо со Слова Божия и от него не отходить. Только читать Писание, особенно впервые, необходимо не в смятении, а в душевном покое и умиротворении. Когда достигнете этого состояния, тогда и берите Библию в руки. Начинайте с самого начала, не торопитесь. Появятся вопросы, приходите к нам за разъяснениями. С удовольствием поможем. Еще один совет. Не ознакомившись со всем Писанием, не читайте никакого побочного пояснения и разъяснения к нему. Это только повредит. Слово Божье само найдет место в вашем сердце. К советам священника Константин отнесся серьезно. Приобрел Библию большого формата с крупным шрифтом и приступил к изучению. Начался оглавление. Выяснил, что Писание состоит из двух главных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Каждая из них включает в себя множество книг разного авторства. Причем христиане признают обе части, а у иудеи только первую. Для ясности провел аналогию с армией. Скажем, общевоинские уставы обязательно для всех вооруженных сил, а боевой устав сухопутных войск только для мотострелков, танкистов и десантников. Попытался развить аналогию. Запутался совсем, бросил, стал просто читать. Продвигался с трудом. Когда начал что-то понимать, наткнулся на несовместимое. Шестая Моисеевая заповедь, данная ему Богом, гласит: «Не убивай». Ясно и понятно, тем более логично и приемлемо. Но в этой же книге «Бытие», главе 32, в стихе 27 сказано: «И сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Непостижимо. Иваныч таращил глаза в текст, перечитывал еще и еще. Наконец понял, что недолго и свихнуться. Вставил закладку в книгу и поплелся в церковь.
Василий внимательно выслушал оторопевшего от непонятки пенсионера и в течение получаса озвучивал пространные пояснения, после которых Константин понял только одно, что кто-то из них двоих идиот. Тем не менее, следуя своему принципу последовательности, продолжил изучение Библии. Наткнулся в тексте еще на десяток понятий, не соответствующих здравому смыслу, но в церковь за разъяснениями уже не пошел. Аккуратно поставил Библию в книжный шкаф, вздохнул и неумело перекрестился. Не могли таинства Писания вместиться в голове профессионального военного, хоть и отставного, а до сердца они достучаться не сумели. Там жило горе. Оставался в активе телевизор, да недавно освоенный компьютер с интернетом. Заинтересовался своими корнями по мужской линии Курковых. Оказалось, что его дед Федор воевал еще в Первую мировую. Дослужился до подпрапорщика, а в Великую Отечественную уже в возрасте пошел с первых дней добровольцем, да так и сгинул осенью 41-го в Киевском котле. Прадеда Егора призвали на русско-японскую войну. В сражении под Мугдином был тяжело ранен, впоследствии скончался в госпитале. Прапрадед Тимофей участвовал в освобождении Болгарии Османского ига. Летом 1877 года при осаде Плевны фельдфебель Курков получил ранение в голову и вскоре помер от потери крови. Прапрапрадед Алексей, участник Крымской войны, в октябре 1854 года погиб под Балаклавой. На этом свои исторические изыскания Константин прекратил. Уж больно трагично заканчивали свои дни его прямые предки. Единственное, что не успевали, так это оставить мужское потомство. А его сын не успел. Военная линия родословных Курковых прерывалась. Константин еще раз тяжело вздохнул и глубоко задумался. На протяжении полутора столетий его пращуры ложились с косми на полях сражений. Да у него самого ранения и контузии. За что все они погибали? За что рыдали вдовы? И за кого сиротели дети? Почему страдали и умирали миллионы? За политические амбиции венценосных и облеченных властью субъектов, для которых эти самые миллионы просто статистика. За их территориальные аппетиты, за неумение между собой договориться, почему должны умирать их подданные, зачастую не разделяющие взгляды своих правителей или просто оболваненные пропагандой. Умирать сами и убивать себе подобных, таких же мирных земледельцев, рабочих, интеллигентов, подобных себе тружеников, у которых общего гораздо больше, чем несовместимых противоречий, которые могли бы дружить, дополняя и обогащая друг друга, а не убивать себе подобных, получая за это награды, зачастую посмертно. Ответа на все эти вопросы старый солдат не находил. Одно взгрустнулось еще больше, навалилась тоска и безысходность. Он подошел к письменному столу, выдвинул средний ящик и достал из глубины благородно отливающей вороненой сталью именной наградной ПСМ. Потом приблизился к окну, взглянул на голубеющее небо, улыбнулся и сказал сам себе: «Не дождетесь, поживем еще, я же солдат». Спасибо. Спасибо. Необычно, правда, в наших мероприятиях проза. Она требует внимания, требует концентрации, но тем более мне приятно, да и каждому из вас, что так замечательно внимаете вы. А сейчас внимаем к музыке. У нас же не случайно это здесь, у нас есть замечательный исполнитель. Виктор Пустовой. Я правильно назвал? Да. Вот свое творчество предлагает вам сей замечательный муж. Прошу. Потому что здесь патриотическое общество. От героев былых времен не осталось порой имен, те, кто приняли смертный бой, стали просто землю и траву. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам дарован лишь одним, в груди дух храним. Посмотри на моих бойцов, ведь рассвет унит их лицо.
строю. Снова старых друзей узнаю, хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто прав. Нет в России семьи такой, где не памятник бы свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Это взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни скудить с миром. От героев былых времен не осталось порой имен. Приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их населила сердца к живым. Этот вечный огонь нам дарован лишь одним. Блестящий прозаик. Многим она известна. Я с удовольствием предоставляю слово Валентине Екатериновичу. Прошу. Что ты смущаешься? Ну что ты смущаешься? Первый мужчина, который назвал мне бриллиантом. Неожиданно. Спасибо. Ну, я бы хотела сказать, что... Во-первых, я же давно знаю Костровых, где-то 60-х, 70-х годов, и мама моя в те годы работала в военном училище на Антарктиде, если что, мне очень приятно. И живу я рядышком, так всю свою сознательную жизнь. Работала в 5-й средней школе, многие учились, дети, офицеры, у меня воспитанники, и ученики. Громче, говорю. Ага, вот так, если более тесные связи. Ну, название тоже неожиданное, мне понравилось, и я тоже имею честь стихи прочесть. Стихи прочесть, прочесть. В 14 лет я влюбилась в песни Булата Куджава. И так всю жизнь неразделима вот с песнями Булата Куджавы. Во взрослой жизни мне посчастливилось лично встретиться, не просто там получить автограф, а убедиться в том, что этот человек был достоин моей литературной любви. А в поэзии без литературной любви никак нельзя. В памяти Булата Акуджавы. О поэте Булате, об Акуджаве. Не просто достойную песню сложить, о любви и друзьях, немеркнущей славе, при жизни смогли его дар оценить. Не воскреснет поэт, не Бог, к сожалению. Дороги судеб обрывались не раз. Все страсти ведут за собой к завершению в стихах и романах поэт, сюжеты о нас. Я песни Булата душой проверяю. Он всего лишь поэт, за это люблю. Его ученицей себя я считаю. Благодарную память в сердце храню. Если трудно и больно, книгу открою.
Поэзии нет равнодушных сердец, и гитару с любовью для песен настрою. Печали прекрасным не скоро конец. О поэте Булате, об Окуджаве непросто достойно песню сложить. В 50-е годы моя родная племянница старшая, вторая живет в Великобритании, работает, мы ее знаем как певицу, а старшая закончила политехнический институт в Каунасе и уехала жить и работать на Соловки, закончила Ленинградскую академию имени Репина, работает искусствоведом. Вот такое стихотворение, посвященное Ларисе Петровской. Затворница. По сути своей затворница, избегаю людской толпы, ночами дружу с бессонницей, доверяя свои мечты. По воле живу затворницей, не люблю пустой суеты, грешница Богу помолится, укрепляя силы души. До края сердца наполнится, все дороги ведут к любви. Мне нравится жить затворницей, и меня другой не зови. Крым переселился и мой, теперь единственный уже в живых, двоюродный брат Иван Шорников. До этого он плавал 7 лет по Тихому океану моряком. Закончил институт, стал инженером и до пенсии проработал в Крымской обсерватории. Там его дети, там его внуки, одна внучка, известная художница в Крыму, Елена Четвертак, уже правнуки появились. Жена, любимая, единственная, умерла. С Иваном иногда мы разговариваем по скайпу. И вот такие стихи Ивана в день. Мостки, березы у реки, а на воде цветы и венки, луч солнца рожь позолотил, любовь двоих благословил. Плывут, касаясь два венка, над ними небо, облака, а мы с тобой два голубка, твои руки, моя рука. Мы смотрим на венки с тобой и молимся волне речной. Не разлучи двоих река, волнуются в груди сердца. Венками нас соедини, в глаза влюбленных загляни, и древняя поймет река, что дань традиции крепка. В 90-е годы люди особенно уезжали из родных мест, насиженных мест. И вот в 1997 году, я работала уже в 30-й средней школе, выпускники писали сочинения по двум произведениям классической литературы. Это был небольшой рассказ Ивана Бунина и стихотворение Александра Блока. Я была дежурным учителем, и чтобы не заскучать во время экзамена, я тоже сидела и писала сочинение стиха «Интерпретация». У Блока есть девушка, пела церковь. Интерпретация. Девушка пела под сводами храма. Божественно голос звучал. Луч пробивался к поющей упрямо. Спасение каждый искал. Песня звучала про счастье и волю, что в море утомится в ожидании. Закатный свет стелился на карниз в последней прелести прощания. Почтового листка рукой коснусь, спешат неровно, нервно строки, в твой край далекий мыслью окрылюсь, одна любовь лишь знает сроки. О силе любви. Ты словами сводил с ума, я пылала, читая строки. Полусон, полубред до мороки, захлебнувшись до самого дна. Воскресая могучая сила, захлестнула края души. В уголки дремучей глуши продиралась сквозь толщу ила. Прорастала травой, листвой, за тобой вслед дорогой бежала.
Неслучайной встречи искала на тропинке или мостовой, ложилась у ног твоих тенью, лучами солнца в глаза смотрела и в холод руки надеждой грела, дышала в твоих сновидениях, оживала с твоим восходом, окрылялась твоим движением, проживала с тобой мгновенья до посидения. Перед уходом. И последняя, надеюсь, не последняя еще в моей жизни. Она со судьбе, стихотворение страница. Уходит год, еще страница судьбы прочитана до дна. На следующий что случится? Я буду с вами или одна? А память, бледная зорница, стучится в дверь моей души и воскресает близких лица и отношения с людьми. Душа неистово стремится найти сомнительный ответ. Надежда, трепетная птица, мне утром да, под вечер нет. Как шлейф рассветного тумана, оставив прошлое вдали, гостить на празднике обмана еще хочу и жить в любви, до края сердца наполняя, не раскрывая тайн души, на колеснице жизнь шальная роняет слезы, как стихи. Браво! А сейчас подарок всем женщинам. Романс, который исполнит для вас Леонид Роговский. Нужны ли слова? Вам и так наши мысли и чувства понятны. Я ваш сын, блудный сын, нарубивший дрова, древо жизни свое загубив безвозвратно. Каюсь вам, мой отец, не корните меня, вам и так уж виною своею распластан. Я тону без воды и горю без огня. Мне не нужен ваш меч, мне нужна ваша ласка. Научите меня понимать красоту, отучите меня от тоски и от лени. Проявите ко мне в сотый раз доброту и позвольте мне встать в сотый раз на колени. Проявите ко мне в сотый раз доброту и позвольте мне встать в сотый раз. Которое, я думаю, у вас в мозгу сейчас как-то это прошло. Хочу напомнить такой исторический факт. Я вам говорил, когда Кодекс чести был сформулирован, через 100 лет он был опубликован в разных плакатах, в разных изданиях, для того, чтобы поднять дух русского офицерства в канун русско-японской войны. И вот это... тематика, это любовь к родине, любовь к женщине была выражена в огромном количестве русских романсов, которые так прелестно исполнил сегодня и свой романс Леонид Роговский. Спасибо тебе большое.
прочесть стихотворение неизвестного автора. Шаров Владимир Васильевич написал такие стихи, которые назвал «Товарищ офицер». «Век фарисеев, лицемеров, готовых все и вся продать. Вдруг господами офицеров все почему-то стали звать. Возникнет в миг в мозгу картина. Балы, красотки, минуэт. Но за душою господина усадьбы или поместья нет. Да что усадьба? Угол съемный, предел мечтания подчас. Жизненный злом, достаток скромный, как тень сопровождают нас. А господа, будь зной и стужа, в окопе, в поле, на броне, по зову сердца честно служат, присягу дав своей стране. А за спиною ширь России, просторы рек, лесов, полей, потомки нам вы не простили измену родины своей. И не единожды бывало, когда в свинцовые года ты, мать Россия, называла нас сыновья, не господа. Я для солдат был старшим братом, отцом с поправкой на года, но господином для солдата, поверьте, не был никогда. И пусть поет певец с эстрады, нас величая господа, я воин старого уклада, не соглашусь с ним никогда. Мне это слово не по нраву, как фальшь изысканных манер. Всегда я буду по уставу для вас, товарищ офицер. Сейчас я хочу предоставить слово настоящему офицеру, который помимо своей службы, в ходе которой было столько много всякого, что никакого вечера нам не хватит воспоминаний, но после службы, хотя он начал писать стихи гораздо раньше, его творчество ныне, может быть, не так известно, но я бы хотел подчеркнуть, что это замечательный поэт, наш коллега, пишущий в жанре не только героическом, но лирическом, любовном. Он еще и переводчик. Причем довольно редкий перевод, который мало кто знает в Литве. Он лауреат премии Данилайтиса, я правильно назвал? И его переводы стихов гениального литовского поэта Паулюса Щервиса сегодня признаны, наверное, самыми лучшими. Я вам с удовольствием представляю Якова Криницкого. Я хочу... Поближе к нам. Микрофон, да. Слышно, да? Учитывая, что вчера отмечался День офицера Российской армии, сегодня отмечается День российского флага, то есть мы, как офицеры, которые служили в российской армии, эти даты не можем забыть, обойти их стороной. Но я хотел бы сказать еще, что очень печально, что в нашей организации ветеранов Вильнюсского училища, которое является одним из лучших военных училищ, осталось много офицеров, которые живут сегодня еще в Вильнюсе, члены семьи, но очень печально, что это число не увеличивается, а уменьшается с каждым годом. Буквально вчера ушел из жизни один наш товарищ, и много потерь, которые мы отслеживаем по всему пространству, не только в Литве, но и в бывшем Советском Союзе, и мы их отслеживаем, поэтому памяти офицеров ушедших я посвящаю эти строки. Выпускникам Вильнюсского училища войск страны. Круг редеет наш с каждой встречей. Наш года
словно выстрелы косят. Мы ходим в бессмертную вечность, провожая последнюю осень. Тех годов нам уже не вернуть и не спеть в нашем кубрике песен. Где-то в прошлом затерян наш путь, хоть и был он достоин и честен. Вспоминаем все чаще ребят, тянет вновь те годы вернуться, и они в наши души глядят, нам самим не давая сломаться. Нас чужим никогда не понять, наши чувства познать очень сложно, можно даже за что-то пенять, но прожить нашу жизнь невозможно. И прощаясь, не знаем, когда нам собраться, вновь снова придется. Что-то щелкает быстро года, что-то сердце не так уже бьется. Но когда наступает февраль, достаем из шкафов мы мундиры, мы не станем заглядывать вдаль. Мы в душе навсегда командиры. И себе даем и приказ, и в шеренге становимся снова. Так же верим, пока еще глаз, так же твердо, пока еще слово. Наша жизнь, наша осень еще впереди. Мы пока что сдаваться не будем. И пока наш значок на груди, альма-матер свою не забудем. Ну и как сказал Вячеслав Иванович Костров, что немножко есть у меня и лирики, поэтому после такого стихотворения хотел бы немножко прочесть лирические стихи. Не всегда в нашей жизни бывает светлые минуты, бывает иногда и грусть с лирическим оттенком. Поэтому у меня есть такое стихотворение, которое называется «Люди, как корабли». Разошлись – это странное слово. Люди – это же не корабли. С неба всплывает все снова и снова, мой застрявший корабль на мели. Вот прилив, и корабль отплывает. Если в жизни у всех был отлив, только редко такое бывает. Люди все-таки не корабли. Корабли друг без друга болеют, жить не могут от друга вдали. Корабли, как и люди, стареют, как и люди сидят на мели. Разбежались, и нету возврата, даже годы не смогут помочь. Ты ушла и пропала куда-то, но не оставив холодную ночь. И такое сожаление на распутье. Ну, есть такая поверье, легенда такая, вы знаете, что на распутье люди начитали роковую надпись. Путь прямой много бед готовит, едва ли ты по нему воротишься домой. Путь направо без коня оставит. Побредешь один и сильно, а того, кто влезет, влево путь направит, встретит смерть в незнакомых полях. Иван Бунин на распутье, 900-й год. Ну, на эти строки у меня возникла такая мысль. На распутье. Приходит понимание к нам с бедою. Раз хорошо, не ясен наш удел. И что поесть, чтоб снова стать худою? Что делать, чтобы не остаться ни у дел? Как отыскать того, кто будет верен? Кто не предаст, когда ты упадешь? Кому открыть без промедления двери, когда всегда с готовностью придешь? Кому поверить можно безоглядно, с кем разделить и радость, и беду? И что купить, чтобы быть всегда нарядной, чтобы прятаться и не быть на виду? Вопросов сотни, а ответ один. Но понимаем это мы не сразу, лишь доживем. Часто досидим, мы вспоминаем золотую фразу. Никто тебе ответ не даст в пути, какой ты выбрать. Путь у камня должен. Запомни, чтобы верный путь пройти, тот выбери, что будет самым сложным. О, да. Я хочу продолжить, так сказать, общение с Яковом. На стихи Якова Криницкого Володя Акимов, вот юноша, двигайся, пожалуйста, сюда. Который сегодня приболел немножко. Трудно согнуться ему. Ничего страшного. Но выглядит лучше. Они подготовили несколько музыкальных таких, так сказать, миниатюр.
на стихи Якова Криницкого. Пожалуйста. Училище является последователем Виленского юнкерского пехотного училища, которое было создано в 1864 году. Это было первое в Российской империи военное училище. Вы знаете, что здание его находится на улице Червлёня, где сейчас университет медицинский, отделение факультет. Отделение природоведения. Тем не менее, мы помним свою историю. Недавно мы отметили 155-ю годовщину создания этого училища. И как потомки этого училища, у меня есть песня «Юнкера». Сейчас мы попробуем ее исполнить с сопровождением Леонида Рогозского. Грозою были для врагов России лихих времен лихие юнкера. Ничей ни пощады не просили, и жизнь была их вовсе не игра. Гуляли дамы, позабыв про докторов, как там в Париже около Сорбонны блестели на плечах у юнкеров под свет заката алые погоны. Бесспорно им придется скоро в бой идти опять. Вставать за Русь святую, стоят прохожие прогулкой мостовой, застыли в зари статуи. Гуляли дамы, позабыв про докторов, как там в Париже около Сорбонны блестели на плечах юнкеров под свет заката алые погоны. Россия помнит вас, лихие юнкера, и Вильно помнит труп зовущих звуки по той дороге, что вы шли вчера, идут сегодня снова ваши внуки. Гуляли дамы, позабыв про докторов, как там в Париже около Сорбонны блестели на плечах у юнкеров под свет заката алой погоны. Встречи, которая была организована клубом формата 3, была дочка Юрия Висбора, известного поэта, барда, актера Татьяна Висбор. Она рассказывала о своем отце, представила свою книгу, и я пообещал ей, что я напишу песню под аккомпанемент Висбора по его тематике. Я эту песню послал ей. Она оценила ее, сказала спасибо за память об отце. Кстати, она мне подарила книгу эту, которую она написала об отце, воспоминания. Я назвал песню «Вершины гор» памяти Юрия Висбора. «Вершины гор влекут неравнодушных, чужим туда наверх дороги нет, лишь возле неба отдыхают души и ослепляет чистый белый снег. Так непокорный покоренный Эльбрус, за ним Чигет, потом седой Домбай, и горный ветер отгоняет грусть, а ты теперь как можешь поступай. Сползаем вниз, снимаем рюкзаки, нам бьет в лицо нахлынувший прибой, смываем пыль у бешеной реки, чтобы вернуться чистыми домой. Так непокорный покоренный брус,
За ним Чигет, потом седой Домбай. И горный ветер отгоняет грусть. А ты теперь как можешь поступай. А перед этим снова у костра споем о том, кто те вершины брал. И ты теперь мне больше, чем сестра. Ведь я тебя у города украл. Так непокорный покоренный брус, за ним Чигет, потом седой Домбай. И вечер отгоняет грусть. А ты теперь как можешь поступай. Прощай, Донгус, нас будет ждать Чигет. Где потруднее, значит, нам туда. Уходим в горы, где дороги нет. Мы выбирать их можем без труда. Так непокорный покорен Эльбрус. За ним Чигет, потом седой Домбай. И горный ветер отгоняет грусть. А ты теперь как можешь, поступай. А ты теперь как можешь, поступай. Ну, я просто не могу остаться равнодушным к теме гор, которые сейчас воспевал Яков Криницкий, поэтому выйду с ходатайством о том, чтобы рядом с кладбищем альпинистов на Домбае, о котором пел Яков Израильевич, где на четырех досках написана строфа Владимира Высоцкого, близкого друга Бориса Шестерникова, присутствующего здесь, кстати сказать, там такие слова: «Нет алых роз, нет траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что тебе подарил». Яша, твои слова только дополнят красоту и изящество того. Спасибо. Свое восхищение творчеством Якова выскажет наш член Совета ветеранов, офицер Сергей Мелешко. По секрету скажу, поэзия Якова, Криницкого – это сердечная радость Сережи, уж позвольте мне так называть его, поэтому он приготовил стихотворение Якова Криницкого. Я не скрываю, что… Давай сюда, к нам. Я не скрываю, что… Ну, это действительно радость стихи, это радость. Я имею все его вот книги. Даже отдельные страницы растиражировал по просьбе своих знакомых. Но что характерно, значит, я регулярно бываю на встрече с афганцами. Это Каунасский клуб воинов-интернационалистов. У них есть в Йонове создан филиал, называется «Пагарда», наверное, правильно, «Честь». И когда 18 мая этого года с Вячеславом Ивановичем, с супругой Вячеслава Ивановича, с Володей Клоповским, мы были на этой встрече, и я прочитал стихи, которые Яков сейчас читал, я их приготовил прочитать. Вот здесь они. И с разрешения Якова Израилевича я изменил несколько фраз. Он мне это разрешил. Я зачитаю только последние четверостишие, которые я изменил с разрешения и прочитал там афганцам. После этого они попросили растиражировать то, что мог, я им растиражировал. А до этого я читал его стихи на могиле Владимира Задорожного, это героя Советского Союза, который погиб в Афганистане, а похоронен в городе Каунасе. По просьбе супруги и дочери, значит, все книги Якова Криницкого были в качестве подарка ей в прошлом году. Во время этого мероприятия, они проводят всегда это в мае, это мероприятие, подарены. Так вот, как я изменил, подчеркиваю, с разрешения Якова, последнее четверостишье. Наша осень еще впереди, мы пока что сдаваться не будем.
Мы живы, пока жива наша память, мы сильны, когда мы вместе. Это на нашем знамени общественной организации написано. И при возможности я всегда пытаюсь убеждать. Уважаемые, приходите на наше мероприятие под названием «Полковой день». Я в шутку говорю, если с сегодняшнего дня по 5 евро будете отбрасывать, то как раз 24 февраля на входной билеты наберете. Концерт будет очень прекрасный. Я прошу прощения, но прежде чем стихи, я немножко хочу прозы. И хотелось бы, чтобы вы нашли возможность почаще заглядывать на сайт нашей организации. Когда вы будете заглядывать, тогда вы поймете, посмотрите награды, посмотрите, что Яков Криницкий имеет награду, высшую награду нашей общественной организации. Когда вы наблюдаете эту страничку, то там вы обнаружите, что родился Яков 7 сентября 1946 года, город Опочка, Псковской области. С 1951 года отец по службе был переведен в Литовскую 16-ю дивизию. Ну и дальше 8-я школа, потом среднее училище. Вот почитайте, почитайте, пожалуйста. Служба Дальний Восток, служба группа советских войск Германии, Таллинская бригада. И мало кто из присутствующих знает, что будучи оперативным дежурным командного пункта радиотехнической бригады 28 мая 1989 года под руководством Якова Криницкого было обнаружено нарушение государственной границы. Информация пошла, дошла там до высших эшелонов, ну, наверное, не поверили, это нарушение РУСТа, который совершил посадку в Москве на Красной площади. Потом Яков Криницкого пригласили на интервью на телевидение, где был приглашен. Якова пригласили, я точно не знаю, но от ребят я слышу, по просьбе именно Матис Руста, он пожелал увидеть человека, который первый зафиксировал нарушение государственной границы. Это был Яков Криницкий. Он его потом угостил, правда, пивом, а оторвал, ребята говорят, 100 тысяч евро за интервью. Ну, Якова пивом угостил. И характеризуя, наверное, я, может быть, не прав буду, путь Якова, это вот его стихи, которые я сейчас прочту. Взял я их с его странички. «Я счастлив тем, что жил я, как умел, что вместе с радостью я испытал печали, что я всю жизнь не ползал, а летел, что волны многих рек меня в пути качали, и мой корабль о рифы не разбит, хоть были нелегкие порой его дороги, простил я всех за множество обид, любил учителей за то, что были строги. Теперь я понял, что такое жизнь. И как бы ни был я несчастен или удачлив, она летит, ты только сам держись, чтобы не вылететь во время дикой скачки». И если вы заглянете на сайт, то вы увидите, что у Якова четверо детей. А вот сколько внуков, принципиально говорить не буду, чтобы вы туда заглянули. И от себя хочу добавить. У каждого у нас, в общем-то, ну, свой, так сказать, в жизни путь. Что-то теряем, что-то находим. Вот Яков прочитал эти стихи, я их хотел прочитать, потому что вчера мы узнали о том, что умер мой сослуживец, выпускник 73-го года, Лашин Сергей Алексеевич. Мы с 70-го по 73-й, будучи курсантами, дружили, потом во время службы не пересекались, а после окончания службы уже встречались здесь в Вильнюсе на полковом дне, Дни России в парке Вингис, еще одна была встреча, ну и вот его не стало. От себя хотелось бы добавить, я, в общем-то, понял, чему надо радоваться сегодня, я только себе сейчас говорю. И хочется, чтобы вы немножко задумались. Радуйтесь жизни, дорожите близкими людьми и друзьями, пока они живы. И не надо потом носить цветы, удивляться, что ой, почему я только сейчас это понял. И цените моменты до того, как они станут воспоминаниями. Благодарю. Ж
жанр, в котором пишет мой замечательный коллега, он сам обозначил как байка. Энциклопедия нам подсказывает, что байка – это поучительный или юмористический рассказ, иногда основанный на реальных событиях. Позвольте мне утверждать, что все события, описанные в байках Виктора Бондаренко, основаны на реальных событиях. Я приглашаю автора сюда. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, ты в профиль интересен. Да, я в профиль лучше. Да. Значит, дорогие друзья, я, к сожалению, не могу похвастаться теми регалиями, которые вот авторы о себе говорили. Это здорово, да, это здорово. И биографа у меня еще пока нет. Сережа, ну биограф, имеешь в виду? Вот. Но тем не менее, я попал, в общем-то, в эту компанию случайно, если честно. Как-то мы сидели с нашими друзьями за чашкой пива, вот, и пошел спор какой-то такой вот. Вот раньше офицеры были грамотными, сами писали там чего-то и так далее и тому подобное. И я не нашел ничего лучшего, как брякнуть. Да, что такого, и мы можем, а ты сделай. Ну, как всегда, спор, время. Вот напишешь 50 рассказов за это время. Я написал за это время 100. Вот так получилось. Спасибо. Да ладно, там это аплодисменты, там было все как положено. Я его выиграл. Сейчас эта книжка вышла уже вторым тиражом. Первый тираж растащили. Вот, очень быстро. Я вижу в зале некоторых людей, которые уже имеют эту книжку, некоторые уже и прочли. Я вот так скажу, что, в общем-то, ругают не сильно. Ругают, без того, но не сильно. Вот. Я не знаю, что прочесть вам лучше из этого. Книжка составлена так, что ее можно читать откуда угодно. С любой строчки, с любой... С любой страницы, вот которую... На это набрал, да, то и напишешь. Слав, дай очки, я прочту вам коротенькую, если да. Не будете возражать. Называется «Петух». Затащили внуки на птичий рынок. Вдоволь налюбовавшись на всяческую живость, увидели трехдневных цыплят. Ну вот же они, желтые, веселые комочки, знакомые с первых дней жизни по мультикам и книжкам с картинками. В детских глазах непередаваемый восторг. А что, можно погладить? Ой, можно и в руки взять. Ой, какая прелесть, купим. Ну что ты скажешь? А, ладно, возьму десяток, глядишь, вырастут. Снесут пару-тройку яиц, да и сами в супчик пойдут, не пропадать же добро. Опять же, внучат порадуют. Купил. Дома, конечно же, получил нагоняя от жены за эту вонь и грязь в доме. Но посмотрев на горящие глазенки внучат, стоявших в коридоре и бережно прижимающих коробку из-под обуви с щебечущими внутри цыплятами, смирилась. В углу кухни был выгорожен участок, поставлено блюдце с водой и насыпано пшеном. Все, просите курочки. Внуки были счастливы целый день. На второй они искоса поглядывали на это богатство, на третий жена потребовала убираться с этой птицефермы из квартиры куда угодно. В конце концов, есть дача, визит туда. Сборы были недолги, сгреб все обратно в коробку и на дачу. Нет худа без добра, хоть отдохну в одиночестве с пивком. Хозяйство не мешает, весна, солнышко греет, хорошо. Однако не тут-то было. Уже на второй день, заботясь о хозяйстве, я обнаружил одного из моих подопечных в углу фермы лапками кверху. Я ему о своем... Ну, бывает. Тут как раз сосед зашел, я ему о своем горе поведал. Сосед пришел не пустым. Опять же повод. Тризна по загубленной цыплячьей душе получилась знатной. После этого все наладилось. С перерывом в 1-3 дня они стали отдавать Богу душу. Мы с соседом не успевали организовывать приличные похороны. Стыдно сказать, но порой ограничивались только рюмкой. Не было сил сказать доброго слова. Но откуда мне, человеку далекому от сельского хозяйства, было знать, что цыплят в первые дни надо чем-то особым кормить, греть лампами, давать какие-то лекарства,
В общем, когда я это все постиг, на моей ферме остался один единственный цыпленок. В общем, когда я это все... Да, и то какой-то хилый, здоровьем, и дохлый на вид. Я махнул на него рукой и милостиво позволил доживать, будучи уверенным, что больше недели он не протянет. Но цыпленок обманул мои ожидания. Он так хотел жить, что, несмотря на мою заботу, выжил. Мало того, уже через пару месяцев он проявлял полную самостоятельность в выборе для себя пищи и забав. Если ему было надо, он мог запросто отобрать еду у любой живности в округе, включая собаку и меня. Со временем из дохлого заморыша он вырос в большого, сильного и красивого петуха. Какого-то зеленого цвета, характером наглого, бесцеремонного и самостоятельного. Петух чувствовал себя хозяином в доме. Мог устроиться на ночлег где угодно, от спальни хозяина до собачьей будки. Собака на него постоянно глядела удивленно и испуганно, она уже не понимала, кто в доме хозяин. Как-то, сидя с соседом за обсуждением дальнейшей судьбы нашего питомца, мы решили, что такому видному мужику необходима подруга. А то такая красота даром пропадает. Сказано, сделано. Уже на следующий день нами была приобретена, на наш взгляд, симпатичная курочка и представлена нашему кавалеру. Боже мой, что тут случилось? Чистка перьев, бесконечное кудахтанье, петушиный ор на весь дом. Глава семейства обнаружил крошку и милостиво предлагал ее даме. Нас соседом он вообще перестал уважать. Мог запросто наорать, а если мешали, то и прибольно клюнуть в место, куда дотянется. Раза два-три в день они занимались любовью. Делали это открыто, нагло и с явным удовольствием. Причем так, что перья летели во все стороны. После этого петух долго ходил по комнате строевым шагом, выпятив грудь, громко что-то втолковывая своей сожительнице, то ли указывая на недостатки, то ли выражая благодарность. Долго этот дурдом вынести было нельзя, был создан совет. Под хорошую бутылку вискаря мы с соседом решили, что такому красавцу и уже другу суп никак нельзя. Хотя, если честно, эта перспектива была основной при рассмотрении вопроса. Ну и жить вместе было не в мочь. Дело доходило до того, что если ты, проходя домой, резко открывал дверь, и курица в вечном поиске пропитания получала дверью пинка, подлетавший петух мог так долбануть клювом, что мало не покажется, а потом еще минут 15 орать на тебя что-то непотребное на своем петушином языке. Подарили эту красоту одной из хозяек, державших кур. Петух был счастлив. Местного производителя наш извел в 3 дня, близко не подпуская куром и пресекая любые робкие попытки того проявить голос. По отзывам хозяйки, со своим петушиным делом он справлялся превосходно. Яйценосность резко возросла. Его первая любовь стала первой леди курятника. Она первой подходила к кормушке и первой же благодарно поднимала знаки внимания кавалера. Иногда, проходя мимо птичника, мы раскланиваемся с ним. Петух кивает. И тут же отворачивается, пресекая любое проявление панибратства. Я подумываю завести на будущий год индюка. Вот, говорят, характер. Сейчас музыкальная пауза. Виктор Кустовой, прошу вас. Спою песню на безымянной высоте. Дымилась роща под горою, и вместе с ней закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно не бывало, он уверен был своей судьбе.
у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся те ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая на дне, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Браво! Ну и хочу спеть песню о наших бывших павших войнах. Вот песня Высоцкого «На братских могилах». На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. О вечном огне вижу вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящий сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. От этого легче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Наш литературно-музыкальный салон подходит к концу. И я хочу подарить эти стихи вам, слушателям и зрителям. Их написал Андрей Дементьев. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парить в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за всем вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли, кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Спасибо вам большое. Сейчас я хочу попросить председателя Союза литовских русских художников и литераторов Литвы, РАРО, Валерия Иванова,
еще раз напомнить нам об авторах тех замечательных картин и произведений, которые здесь есть. Борис, прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, уважаемый Вячеслав, за возможность быть сегодня с вами, участвовать в этом прекрасном полднике, где такие прекрасные авторы, послушать прекрасные произведения Александра Жилского, Бондаренко, Байки. Ну просто талантище. Дай Бог вот побольше нам таких людей, которые вот Фатеевы, которые сочиняют такие стихи Валентины. Ну просто приятно. Но я хочу представить вам и вторую часть нашей творческой интеллигенции русской в Литве, художников. И вот сегодня здесь присутствует, здесь уже говорил Валерий Серегин, о том, что картины вы здесь видите, произведения. Я попрошу Татьяну Мазаеву и Юру Ватигорова выйти сюда и представиться, будем знакомиться. Да. Значит, вот эти два замечательных творческих человека, члены нашей организации, ну, тоже и Александр Волохов, тоже наш товарищ. Вот, и всех других зовет. Но Танечка это просто уникальный человек, поскольку ее искусство, я не знаю, кто здесь в Литве этим занимается, и кто так творчески работает, так талантливо, как она. Вот то, что вы видите, эти картины, это писано ведь не кистью, не красками, не карандашом, не чем-то другим. Это все растения, элементы растений, засушенных и вот собранных в такие прекрасные предметы. Представляете, какое качество. Она же не случайно лауреат многих выставок, даже в Корее, откуда пошла ее техника Ашибаны, вот, которой она работает, она получала и престижные награды. Но я думаю, она сама себе скажет пару слов. А вот здесь Юра Ватигоров, наш старый друг, товарищ, тоже уникальный человек, он работает по металлу, но вот те вот, это, я бы сказал, только одна стрекоза, которая сюда залетела благодаря Юре. Но это чем удивительное его творчество, что он умеет сочетать, не, казалось бы, несочетаемое, металл и стекло. Причем это ковка, это художественная ковка и стекло цветное. И вот он умеет так это сочетать, что просто смотришь и диву даешься, насколько все-таки талант человеческий, и ум, и рассудок, и вот это чувство эстетики в человеке, ну, необъятные и очень конкретные, вместе с тем выливается в такое творчество. Спасибо вам, друзья. Если можно, Танечка, пару слов о себе, и потом вы уйдете. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Я не люблю особо себе говорить. Не слышно громче. Попробуем. Давайте. Не особо люблю говорить о себе, но поскольку тут даю мне слово, так немножко скажу о своем творчестве. Ну, уже Валерий рассказал о том, чем я занимаюсь. Это растения, это не краски, это не карандаши. Все эти картины созданы из природного материала. Вот. Как они делаются? На картон или на ватну наклеиваются маленькие кусочки растений и создаются таким образом, как мозаика, создаются эти картины. Вот. Ну, моими учителями были очень известные мастера, талантливые мастера, которых я почерпнула вот эти вот свои такие вот навыки. Вот. Участвовала во многих международных конкурсах, которые проходили в Корее, в Китае, в Японии, где очень почитается это искусство. Получала высокие призы за, в общем, при своем этом участии. Вот. И что же является тематикой моих работ? Это наш мир, прежде всего природа, пейзаж – это мой излюбленный жанр, поскольку именно в природе, в пейзаже можно выразить все состояния человеческой души. И вот что я хочу достичь в своем творчестве, это чтобы вот то, что я чувствую, то, что я, свои настроения, чтобы это все выходило на полотно и предоставить зрителю. Вот это самая большая задача, чтобы человек почувствовал именно вот то, что я чувствовала, что я хотела передать. Ну, собственно, все. Спасибо. Я хотел бы добавить по поводу работы нашей Тани, что вот эти растения, это не просто растения, эти растения должны пересохнуть больше года.
И чем, допустим, вы идете по какому-то там поселку или еще где-то и топчете вот эти прошлогодние листья, чем больше их истопчат, значит, тем лучше материал для этих работ. И поэтому не те, которые яркие краски, там вы видите осенью, а это уже те листья, которые уже потеряли вроде бы все свои биты, все свои краски. Но я хочу сказать, что она не просто умудряется из вот этих вот старых-старых вот каких-то листьев или других частей растения сделать какие-то вещи. Но в принципе она является в мире непревзойденным мастером света именно из этих вот растений и такие работы, которые делает она именно как мастер света, то таких в мире художников в Ашибане не существует. И те же в Японии, в Корее, там они даже, можно сказать, что ни в какой грош не сравнивают, не могут сравниться с теми работами, которые делает Татьяна Мазаева. О себе тогда. Ну что, работы металл, витражное стекло и... Ну, еще и различные виды, значит, натуральный агат и значит, и камни Сваровского. Специальность такая, что по обработке металла инженер первой категории. Это то, что было мое со старой советской. Более современное, это, значит, что православный университет... иконописное отделение, это вот моя сегодняшняя специальность. А так, работы, которые я изготовляю, которые делаю, они вокруг всего города, в Букишском храме, там целый комплекс, более 2 лет работал, все, практически во всех церквях есть мои работы, и такие, например, как в Перилу, допустим, более 200 кристаллов Сваровского такие, потом на этих самых на фотографиях работы с витражами и металл и витраж, который в принципе аналогов нету, это по поводу иконы. Вот, например, у вас образец иконы, это сварка по стальному листу, в мире такого не существует, она освящена, ну, значит, и высшими нашими православными сановниками признано, что надо действовать в таком же плане, пока у меня нет времени, очень много разных работ. А вот, допустим, икона Богоматери, которая есть, ну, можно сказать, что она будет участвовать во многих выставках, потому что ну, признана как одна из лучших работ. Ну, можно посмотреть, потому что кроме вот тех фотографий, огромный каталог работ. Ну вот что можно сказать. Спасибо. Дорогие друзья, позвольте от вашего имени поблагодарить всех участников, авторов сегодняшнего литературного салона. Хочу напомнить вам, что здесь есть возможность приобрести те книги, которые сегодня были анонсированы вами. Это прежде всего книга стихов «Память поколений» «Альманах», который выпущен под редакцией Якова Криницкого же книга. «Память поколений». «Память», да. Есть вот и «Что наши годы». Это вот два таких сборника. «Байки», которые вам читал любезный Виктор Бондаренко, тоже есть. И «Мозаика прозы» Александра Волоскова тоже есть. Если вы желаете приобрести и с автографом еще автора, пожалуйста, это к вашему услугу. А сейчас большое вам спасибо и приглашаем вас. Авторы, которые читали сейчас свои произведения, вы можете мне прислать.